Всем добрый день. А теперь давайте посмотрим комплектность ручной мини-электропилы. Что в нее входит? Так, что у нас здесь имеется в наличии? Так, сама пила, а? Вот она, станок, скажем так. Видите? Раз. Потом, значит, блок питания к ней. 24 вольта, видите, да? 24 вольта, отлично. Сама, видите, это значит, у нас где цепь, шина, скажем так, маленькая, видите, шинка. Комплектность, значит, блок питания, зарядка аккумулятора, 24 вольта. Так, что здесь у нас? Отверточка, сама цепь и ключик. Вот, это все, что входит в комплект. Нет, еще идет паспорт, вот он паспорт. Мы будем теперь ее собирать. Вот здесь, вот видите, гаечка, ее отворачиваем. Снимаем защитный кожух. И здесь, видите, шестереночка. Вставляем шину. Здесь вот пазы, по-другому не вставите. Вставляете вот таким вот образом. Вот так вот. Видите, она входит в зацепление. Вот, все. Защитный кожух. Вставляем. По-другому здесь не вставите. Вот. И закручивайте. Предварительно закручивайте не крепко, потому что цепь слабенькая, видите, ее можно подтянуть. А подтягиваем мы, соответственно, при помощи отверточки. Вот здесь вот идет, видите, этот как ее болтик, гаечка, да? Соответственно, подтягиваем. Вот таким вот образом. Все. Дальше вставляете аккумулятор. Он тоже по-другому ее не вставите. Он входит в пазы. Вот так вот. Вот так как. И все. Вот он. И вот. Видите, все будет. Давайте проверим, как у нас работает ручная пила. Вот такая вот, да? И пилим. Видите, отпилила отлично. Видно. Отлично. Справилась с задачей.